Томат розовый сибирский тигр. Красивейший сорт. Это новинка сезона 2016 года. Этот сорт томата средне-ранний. До созревания от 80 до 90 дней. Очень урожайный сорт. Кусты высотой от 1,30 м до 1,50 м. Такие плоско-округлой формы плоды. Немножко ребристые. Очень яркие. Розовые, фиолетовые полоски, пурпурно-розовые, такие какие-то фиолетовые разливы. Очень красивый, очень привлекательный сорт. Томаты очень мясистые и ароматные, с неповторимым фруктовым вкусом. Масса плода в среднем от 150 в первой кисти могут быть до 300 грамм. Это средне-ранний сорт. Вот так вот выглядит плод. Очень вкусно в салатах покушать, в свежем виде помидорчик съесть. Сейчас посмотрим, какой он в разрезе. Сейчас покажу этот томат в разрезе. Вот такой многокамерный, очень мясистый, аж искрится мякоть на свету. На вкус очень сладкий, с фруктовой ноткой. Вот такая прелесть. Сибирский тигр розовый. Томат идеально подойдет для приготовления соусов, так как он очень мясистый, соус получится густым. Также для любителей не жидкого, а густого томатного сока тоже незаменимый сорт. Вкуснейший томатный сок из этого сорта получается.